Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется Pig Bank. Это игра на Android. Это, короче, такая фишка. Сейчас вы все увидите. Кто не играл, я думаю, понравится. А кто играл, тот меня поймет. Ну что же, давайте, наверное, немножко мы с вами заменим тут кое-что. Мне не нравится ледяная бомба. Я думаю, надо ее заменить. Толку от нее ровным счетом никакого. Ну, по крайней мере, в данный момент она себя никак не проявила. Так, что у нас по оружию? Давайте глянем. Так, давайте-ка попробуем крафтануть себе что-нибудь хорошенькое. Давайте пулемет сделаем. Так. Плохо, плохо. Хорошо, и тут без бонусов. Не нравится мне это оружие. Давайте тогда, у меня первое намного лучше. Тогда мы его, наверное, с вами продадим. Да, смотрите, результат просто налицо. Так что продаем без какого-либо угрызения совести. Ну, давайте попробуем с вами создать меч какой-нибудь хороший. Так, отлично, вообще великолепно, удачно. Ух ты, и какой-то бонус заморозка. Слушайте, конечно, я оставлю себе этот меч. Да-да-да, а этот мы продадим. Он уже устарел, так скажем. Ну что, вроде бы пока все нормально. Давайте-ка мы его установим. Ну что, можно, наверное, я думаю, в принципе, и пойти повоевать. Надеюсь, нам долго ждать не придется игроков. Выбирай таланты, соответствующие твоему игровому стилю. Все отлично, ребята. Игроки нашлись. Сейчас подождем маленько времени, когда наши команды соберутся полностью. Ожидание свободного места. Все, погнали, ребята. Вот я такой свин. Играю за него. Я его называю танк, потому что он такой медлительный. Опа, опа, опа. Ты какого лешего сюда идешь, а? Свин, ты не припухли? Захватывает нашу территорию. Так, отстояли, отлично, ребята. Вот я поставлю сюда турельку. Пускай она стоит, защищает нашу базу. Так, смотрите-ка, что тут происходит. Он поставил себе враг, поставил защиту. Но, я думаю, его это не спасет. Черт, оглушил. Добиваем, добиваем, добиваем. Отлично, добили. Еще один свин. Так, он достал меч, начинает мечом колбасить. И бомбы тут везде бросает. Черт подери, у нас поджог. Ну-ка, гад. Блин, я проиграл, ребят, я проиграл. Ждем 5 секунд до воскрешения. И вперед. Побежали, побежали, побежали. Так, этого захоркали, замечательно. Ребята, суть здесь игры какова? Надо захватить контрольные точки. Вот в данный момент, видите, мы с вами стоим на точке. Сейчас по истечению времени она станет наша. Надо только подождать. Ну, а в этот момент команда противников не должна дать нам эту точку захватить. И выигрывает, соответственно, тот, у кого по истечению времени будет больше точек. Или кто захватит их все. Так, елки-палки, понабежали-то, а? Давай-давай-давай. Помимо того, что у меня здесь есть оружие дальнего боя и ближнего, я могу ставить турели и вызывать подкрепление в виде свинюшек. Ёлки-палки, вот эта резня тут началась. Видите, вот эти вот маленькие свиньки? Это не игроки, это уже боты, которые призываются за определенные очки. Так, тихо. Главное, есть. Двойное убийство, замечательно. Так, что мы еще не захватили? Нет, надо еще немножко подождать. Отлично, все. Это точка наша. Ты посмотри, бежит, а? Ёлки-палки, ребята, вот это суперудар. У меня тоже есть свой определенный суперудар. Но, как видите, он меня подбил. Черт подери. Кстати, вот эта пушка, которая у меня в данный момент в руке, она очень тяжелая, я и так-то медлительный, а с ней я вообще хожу еле-еле. И вот эти вот две свинки, которые бегают, это наша помощь. Так, небольшой подхил. Давайте поставим сюда турель. И идем дальше. Я что, один, что ли, туда иду? Блин, точно. Где мои-то все?
Давай, 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 давай. Блин, стоят, захватывают, а, гады. Смотри, что творят. Так, а времени у нас 4 минуты еще будет продолжаться бой. Готов. Так, надо опять отвоевывать эту точку нам. Так, дайте-ка я схожу за аптечкой. Вот эта таблеточка, она меня отхиливает, если я ее возьму. Да что ты будешь делать? Вот этот свин самый поганый. По крайней мере, он шустрый. Тут также... Вот, вот, ребята, вот это вот мой суперудар. Видите, да? Я летаю, короче, и сбрасываю вниз бомбы. Слушайте, довольно неплохо я тут подчистил все. А вот еще один персонаж. Видите, да? Это свинюшка женского пола. Она у нас идет как дамагер. Она с мечом очень быстро и шустро двигается, нанося критические повреждения врагам. Причем довольно серьезные. Но зато ватная в плане огнестрела. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, вот это я влип, ребята. Черт подери. Ну правильно, тут втроем меня зажали. Вау, 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 нифига там мясорубка. Давай, 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 вот эту свина, ребята, добивайте. Отлично, молодцы, умницы. Так, ну что, у нас, ребята, две точки, вы видите, в самом верху. И мы идем захватывать третью. Получится или нет, сейчас покажет время. Так, ну тут у нас все под контролем. Надо передвигаться туда. За каждое убийство, ребята, время отхила увеличивается. Вау, 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 разогнался. С мечом тут бегает. Давай, давай. Бумерангом. Блин, тут их дофигища. Так, времени у нас 2 минуты осталось, ребят. Если мы удержим вот эти две позиции хотя бы, то мы победили. Как вы понимаете, в игре их тут 3. Но это в этой игре. Блин, меня подбили, а. Черт подери. Видите, да? Вначале было 5 секунд, сейчас уже 10 секунд на воскрешение. Ну давай, 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 быстрее, свин, возрождайся. Так, отлично. Двойное убийство. Черт, мы теряем преимущество, ребята. Вы видите, да? Вау, 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 он суперудар использовал. Ну, защита меня немножко спасла. Отлично, у него закончился суперудар. Дальше его расстреливаем. Так, а это его предспешник, помощник, так скажем. Тут у них кто есть? Хиллер, по-моему, если не ошибаюсь, который нас может подлечивать в течение боя. Ну, там, немножко совсем. И воин, солдат, который стреляет. Так, иди сюда. Блин, сейчас заколбасит меня, нет? Давай, ребята, ребята, жгите его, блин. Ну! Черт подери, вместе. Смотрите, уже видели? 16 секунд на отхил. На воскрешение дается. То есть каждый раз, чем больше ты погибаешь, тем дольше у тебя времени на откат. И он еще улыбается, гад, а? Ну ладно. Так, поехали. Да, вот единственный недостаток, что я очень-очень медленно двигаюсь. Так, эта точка наша, отлично. Здесь у меня стоит турелька. Вот еще одну поставил. Пуск. И еще одну, шикарно. Ну что, иди сюда, свин. Сейчас будешь меня вот так вот. Так, этих тоже надо поразбивать по-быренькому. И как раз, ребята, время у нас подходит к концу. И это наша территория. И мы побеждаем, ребят. Все, по овертайму сейчас мы дожидаемся. Нам дали дополнительное время. И мы захватываем эту территорию. И, соответственно, победа за нами. Так, что мы тут? Ага. 8 минут длился бой у нас. Отлично. Так, мы продвигаемся с вами далее. Опа, что-то новенькое я, наверное, открою. Да, я получил новый уровень. И мне дали новую карту и башню-огнемет. Слушайте, довольно неплохо. Я не знаю, что такое огнемет и с чем его едят. Но, думаю, в дальнейшем можно будет посмотреть. Так, полководец. Жаль, что у меня недостаточно слотов для этого ящика. Я бы обязательно им воспользовался. Так, открыть за 100 баксов. Нету у меня денег пока столько. У меня всего 15 долларов. Так, ага, вот, смотрите. Вот она,
новая башня. Атакует несколько наземных целей, поджигает врагов, наносит большой урон биологическим юнитам. Ну что ж, давайте, наверное, поставим ее, посмотрим в деле, как она себя проявит. Так, ну что же, давайте, наверное, может быть, крафт сделать какой-нибудь, а? Давайте пулемет, наверное, себе попробуем сделать. Более-менее какой-нибудь улучшенный. Так, ой, плохой выйдет пулемет. Да, отвратительный просто. Ну что же, ладно, ребята, давайте тогда встретимся с вами в следующей игре. А я тут пока похимичу. Ну что, ребята, продолжаем с вами играть в свинов. Поехали. С этой базукой. Вау. Да, ребята, когда начинаешь на новой карте, вот такой вот боссик стоит и охраняет, так скажем, пока ничейную территорию. Если мы его сейчас убиваем, это будет уже наша. Ну-ну-ну, готов. Все, захватываем ее. Тут уже, смотрите, сколько. Не три точки надо захватить, а пять. И карта стала намного-намного больше. Так, я не понял, мы играем за желтых, что ли, сейчас уже, да? Да, ребят, мы играем за желтых против синих. Будем стоять здесь. А, смотри, что делает. Давай, ребята, не жалеем патронов. Бомбим их. Черт подери. Ай-яй-яй-яй, за мной увязался. Ангар-атак. Никаких ангар-атаков. Да что вы стоите тупите-то, ребята, елки-палки, блин, по вам строчат, вы смотрите куда-то по сторонам, блин. Так далеко не уедем, ё-моё. Стоим, захватываем. А, все, она уже наша, ребят. Блин, очень мало... Воу, с двух сторон. Черт подери. Ну... А, щит, наверное, не поможет, меня еще и оглушили. Нормуль, пока нормуль, все, ребята. Куда ты там бегаешь, а? Сюда. Куда-то убежал, а? Так, тут очень тяжело ориентироваться. Сейчас слишком много точек. Ё-моё, все, меня подбили. Очень много точек, разных путей достижения целей. Поэтому тяжело контролировать все это. Вы потеряли водохранилище. Зашибись просто-напросто. У них преимущество, ребята. В данный момент они третье водохранилище захватывают, а у нас всего пока два. Ух. Ну давай. Блин, у меня такое ощущение, что у меня пулемет какой-то просто ватный. Никакого дамага не наносит. Или они слишком мощные здесь. Так, ё-моё, вы посмотрите, как меня быстро здесь разобрали. Ну они правильно делают, толково, всей шаблой бегают. А у нас как-то все в разнобойку. Не пойму я, где они все. Давай, быстрее, отлично. Я побежал в бой. Со мной мой солдатик, которого я призвал. Ёлки-палки, у нас всего две, а у них три. Три водохранилища захвачено. Вот такой толпой и надо двигаться. Вот, идем, ребята, всей кучей. Давай, продвигаемся. Будем здесь ждать тогда. Нам хотя бы ее захватить. Отлично, захватываем. Блин, а вторая-то у нас недозахваченная стоит. Ёлки-палки. Что это за звук такой? Оу, нифига он там из базуки пальнул. Давай, расстреливаем. Так, у меня из скиллов, ребята, это подлечка. Я лечу себя немножко. Потом защитный барьер, который снижает немного урон. И бумеранг. Ох, ничего себе, они тут базу... Базу-то они себе тут защитили турелями. Нафиг. Давай, круши. Вот, отлично ты сделал, малорик. Правда, ты потратил суперудар на это, братишка. Ну да ладно. Оу, тихо. Вот так вот, гаденыш. Нате, получите все тут. А какого лешего меня сбили-то, я не понял. Они не должны были быть, я же в воздухе. Что-то новенькое, а? Вот, смотрите, видели, как девчушка там мачете орудовала. Довольно неплохо. Так, ну что же, как говорится, я с мачете наперевес.
бегу. Кстати, он, да, с мачете довольно шустрее двигается, чем с этим пулеметом. Ёлки-палки, ребята, мы практически в уцели. 3 минуты нам еще воевать, надо эту захватывать обязательно. Ух, как жарко здесь. Черт подери, надо отступать, вот этого добить надо обязательно. Вот эта перезарядка, как всегда, не вовремя. Давай-давай. Да какого лешего-то, блин. У него там осталось-то чуть-чуть хп. Ждем, ребята, ждем. Смотри, как они там орудуют, а, довольно нехило. Все, пошли обратно захватывать они. Так, давай, свин, пошли быстрее. Нам надо успеть отвоевать ту... Куда ты побежал-то, дурень? Вот из-за таких ребят мы можем и проиграть. Не чтоб шли идти все вместе толпой. Он куда-то там побежал, блин. Что это еще за взрывы-то такие? Оу, вот это я попал, ребята. Вот это я попал. Черт, я не видел просто. Там было затемнено все, и опять меня подбили. Я теряю преимущество, ребят, смотрите. У нас уже на возрождение. Офигеть, сколько нужно времени. Откуда у него там пулемет такой, елки-палки? Я себе тоже такой хочу. А это что еще за псина выбежала? Эй, что-то новенькое, я такого раньше не видел. Какой-то юнит новый вышел там, вы видели, наверное, да? Успели разглядеть. Блин, вот они стоят-то всей толпой, а. Давай-давай-давай, ребята. Поднажали. Не дадим им захватить точку. Отлично. Глобальная зачистка сейчас у нас получилась. Все шикарно. Блин, да... Какого лешего он нас глушит-то? Не могу понять. Что он там применяет такое? Ё-моё, и суперудар он еще сделал, а. Посмотрите, всех разбил, а? И меня в том же числе. Вот тупырь. А мне совсем немножко не хватает, чтобы сделать суперудар. Вон он. Слева, чуть-чуть пониже, ребята. Там такие ракеты нарисованы. Это мой суперудар. Поехали. Черт, они уже что, захватывают эту, что ли? Ну, по крайней мере, я понял, у них попытка была. Ну, кто кого, давай. Опа-на. Наша победа. Черт, я, по-моему, зря использовал. Ладно, будем захватывать вот эту точку. Нам нужно... Оу, сколько времени там? Меньше минуты, ребята. Если мы сейчас успеем ее захватить, победа будет за нами. Не расслабляемся. Да где все-то, не могу понять. Где бегают-то? Вижу только одного с собой. Остальные-то где? Нет, только не это. Давай, родная, ждем. Отлично. Ё-моё, блин, да сколько же вас здесь, а? Справимся мы с этим, нет? Вот сейчас бы как раз бы суперудар бы... Да какое там справились? 10 секунд последних, ёлки-палки, это ж надо так... Ребята, мы проиграли. Все, они захватят сейчас территорию, у них будет 3 водохранилища. И мы проигрываем. Даже я добежать не успею. Вот что вот он там делает, кого они стреляют, вот идиоты, а? Блин, вместо того, чтобы идти захватывать точку, они там стреляются. Да, ребята, проигрыш. Вот болваны, а. 8 минут, 10 секунд у нас был бой. Так, мало нам дадут очков, поэтому продвинусь я совсем чуть-чуть. Ну, давайте тогда я попробую с вами покрафтить, может быть, что-нибудь хорошее сделается. Потому что мне такое впечатление, что оружие просто не наносит никакого дамага. Тем более капитального. 50 раз вызовите подкрепление. И что-то я получу. А, 50 баксов. А у меня в данный момент 80. Ладно, займемся созданием. Ну что ж, начнем, наверное, с пулемета. Поехали. Так, как вы понимаете, чем больше улыбочек у меня выпадет, тем круче получится оружие. Ну, это вообще никуда не годится. Хоть и получился с заморозкой. Да, давайте следующее попробуем. О, тут вообще все плачевно.
Хе. Обойма всего 50 патронов. Но зато 2 скилла. Заморозка и еще там какой-то, я не знаю, что он означает. Фиг знает, оставлять такой или все-таки лучше продать. Так, ну это вообще никуда не годится. Это будет, это мой основной. Даже не знаю. Образцы автомата. Ну-ка попробуем автомат сделать. Ой, о, вообще плохой получился крафт. Такой продавать сразу надо, это однозначно. Так, а это вот мой. Ладно, давайте тогда я на этом, наверное, закончу с крафтом. И мы уже с вами встретимся в очередном бое. Так что не уходите далеко. Ну что, ребята, поехали. Ожидание. Все, погнали. Фига он там в шапке. Главное, опять же, не продинамить. Идти кучей надо. Так, опять этот боссик. Давайте его разбомбим. Так, карта та же самая, что и была у нас. Давай. Жарим его. Куда там чувак упал? Ёлки-палки, а. Ой, глупит. Хорош. Нифига у него, да? Я только сейчас заметил, что у него голова как меч. Бритва, блин. Да что такое, блин? Неужели опять пулемет плохой у меня, а? Что, дамага никакого не наносит. Ладно, делаем захват. Слушайте, ну мы, по ходу дела, первые, да? Потому что у них, смотрите, а нет, вот тоже начали захватывать они. Ну, я имею в виду враги. Соперники. Все, это наше. Устанавливаем турельку. Погнали. Вот, молодец, вот соображает. Захватывает. Мы опять играем, ребята, за синих. Воу. Черт подери, нифига тут. Клоун бегает. Тихо, как ты сзади-то оказался, интересно. Оббежала ведь. Ах ты, блин. Вот она мечом, конечно, орудует, будь здоров. Ну, отлично, ребята, наша территория. Пошли дальше. Итого у нас 3 водохранилища. Что тут такое творится? Ёлки-палки, вы смотрите, они как-то хитро делают. Там есть обходные пути. Заморозил гад, блин. А, еле двигаюсь, блин. Так, готов. Смотрите, оу. Нифига там чувак с огнеметом. А чё у вас так дофига-то здесь, ребятушки? Не слишком ли жирно-то? Бегает, орудует. На, получили. И эти, главные солдаты сразу убегают на точку, где ты воскрешаешься. Они не погибают. Так, я все-таки его сделал. Нормуль. Давайте подождем маленько, пускай эта территория перейдет к нам во владение. Черт подери, зря я, наверное, отошел. Эх, меня оглушили, и это с топориком, с мечом, со своим сделало свое грязное дело. И опять они захватили, а? Да и пошли, Свинтус, хорош тут бегать. Ёлки-палки, уже 3-е водохранилище они захватывают. Так, отлично. Я надеюсь, турелька мне здесь поможет. Ну, а теперь можно этим и заняться, охламоном. Да какого лешего? Не, меч это вообще не мое, ребята. Все это фигня. Меч хорошо вот девчонкам бегать, они шустрые. А я как этот, неповоротливый, блин, бегаю. И толку от этого никакого. Все, надо срочно. Ух ты, нифига тут. Да, ребята, вас тут жарят не по-детски. Так, продвигаемся. Вон они стоят. Черт подери, у них 3 водохранилища. Блин, надо отбивать как-то. О, молодец, красава. Кто-то там использовал суперудар. У меня, кстати, тоже уже накопился. Давайте этого сумка зажарим. Слушайте, что у них там за граната такая офигенная? Мало того, что оглушает, еще всех раскидывает и замедляет. Жалко, у меня нет этих. Ай-яй, бежит за мной. Догнала. Слушайте, по-моему, вот эти вот огнеметные турели, если честно сказать, полная ерунда. Вы посмотрите, вообще никакого дамага не наносит практически.
Надо будет, короче, взять обычные турели, которые стреляются. Так, а что это там такое за бонус был нужен? Нате, получите, блин. На, не сладко? Ну, это другой разговор, блин. А то, видишь ты, блин, нифига себе, у них, ребята, 4 водохранилища уже было. Так, надо срочно это забирать. Вот я не понимаю, вот где все остальные-то, а? Мы вдвоем тут стоим, и больше никого нету. Ай, завалили девчонку. Да и меня сейчас тут, походу, сейчас накумарят. Да. Все, погиб. И эти появились. Да, такое ощущение, что здесь мы просто-напросто опять проиграли. Все, они захватывают 4-е водохранилище. Им только остается потом удерживать позиции. Или вообще придут сюда, где мы респаемся, и будут просто нас здесь вырезать. Вот и все. Мы будем появляться, они будут нас тут же моментально, как говорится, уничтожать. И тогда мы ничего сделать не сможем. Ну, давай. Отлично, готов. Что это за пушка вот такая? Урон оружия плюс 20%. Слушайте, довольно неплохо. А сколько действует? Где время? Или это насовсем? Непонятно. Так, что это такое? Я здесь еще ни разу не ходил по этой точке. Так, тут подхилились мы маленько. Смотрите, какой-то телепорт, что ли, или что это такое? Опа-на, и где? Нифига я оказался. Какой-то там отсчет шел. Оу, вылез, называется. На вражеской территории-то. Гранату бросает. Давай, этого чувачка добиваем. Черт, как он... Ага, это что такое вообще, не могу понять. Это ихняя база, что ли, где они респаются? Почему-то мне так кажется. Оу, ребята, вот мы лопухи. Пока мы тут всякой ерундой страдаем. Все, они захватывают последнее водохранилище. И мы сейчас с вами просто проиграем. Даже несмотря на то, что еще там время, минута целая. Да. Мы проиграли. Захватили все точки они. Да, как-то неудачно все у меня тут складывается. Ну, и я, как говорится, пошел посмотреть, что там за карта. Разведать, так скажем, территорию. Ну, и разведал на свою голову, что мы проиграли. Так. 31 раз я вызвал подкрепление. Нужно еще 19. И получу 50 баксов. Так, а вот деньги для чего нужны, я уже, честно говоря, не помню. Так. Ну что, Свинтус. Вау. Тут можно им еще... всякие аксессуары одевать. Так, вот он, пулемет, блин. Давай-ка сюда. Так, крафт. Ну что, давайте, может быть, с вами попробуем еще создать. Вдруг. И, как всегда, неудачно получается. Продаем, конечно, сразу же. Так. Это тоже продаем. Ну что, давайте еще крутанем. Так, нормально. Плохо, вообще отвратительно. И без бонусов. Продаем. Вот так, ребята, здесь крафтится оружие новое. Вообще паршиво. Да что ты будешь делать-то? Я сейчас все деньги так и солью. Точнее, запчасти. Детали. Тоже противно. Противно на это смотреть. Продаю. Ну, да что за нефарта такой идет, а? Да, продаю, естественно. Ну что же, еще попыточка. Ну, это уже более-менее что-то, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, а мое? Нет, мое все-таки еще получше, которое у меня было. Так что продаем. Нужно добиться того, чтобы у тебя выпало по крафту как можно больше улыбочек. Тогда будет самое то, что надо. О, вообще отвратительно. На продажу. Ну, и еще разок. Во!
Да вот надо было вот последней вот рожи скислиться, а? Именно по дамагу, блин. Я даже не знаю. Давайте последний раз крутанем. Ну, уже что-то более-менее, ребята. Хотя, наверное, все равно мое будет лучше. Ну, как сказать, 50-50, ребята. Ну что же, в общем, как-то так. В общем, ребят, я вам показал, это был обзор игры Пикбанк. А на этом я буду завершать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставим лайки и будем дальше играть в нее. А на этом все. Всем пока и до скорых новых видосиков, ребята. Всем удачи!